Привет-привет. Так, новое видео. Оно будет опять о моих покупках. Опять немножко косметики. Расскажу вам, что я купила. Так, значит, первое, что я купила, это вот такой набор. У меня закончилась тушь для ресниц. И я нашла вот такой наборчик, в котором тушь и средства для снятия макияжа с глаз. Тушь именно такую зеленую я не пробовала. Пробовала подобный от L'Oréal. У нее вот такая вот изогнутая щеточка. И она объемная. Ну что ж, попробуем. Еще вот я только сегодня купила, к сожалению, не пробовала. Скажу вам потом, понравилось, нет. И вот такое средство для макияжа, снятия макияжа с глаз. Такое средство я уже пробовала. Я знаю, что оно хорошее. Мне оно хорошо удаляет макияж. Также Остапа понесло называется. Опять покупка помады. Еще одна. Уже вторая за два дня. Значит, помада Maybelline. В оттенке 932. Сейчас покажу, какая она. Опять натуральный цвет. Но это потемнее, чем предыдущая. Так, сейчас я покрашу, вы посмотрите. Вот такой оттенок. Похоже, кстати, вот на мой блеск, который сейчас у меня на губах. Да? Похоже. Мы все еще болеем. Помада эта получается матовая. То есть финиш у нее будет матовый. Также вот такой карандаш для глаз. Фирма Estrada. Никогда такой не пробовала. Мне нужен был какой-то такой дымчатый серый оттенок. И мне он понравился. И к тому же карандаш такой мягкий. Мягко наносится. Вроде бы неплохой карандашик. Также купила вот такой маленький крем Nivea. Я покупаю его всегда. Ну, мажу в основном. Бывает руки, какие-то там деткам что-то помазать. Всегда у меня есть такой крем. Лицо, конечно, я им не мажу, но вот какие-то что-то... В основном на руки, да, часто вот так среди дня вот нанес и побежал. Далее купила вот такой шампунь. Он идет вот в такой коробке. Свечивает. Эвелин. Репейная аптека. Отсвечивает так сильно. Значит, такой шампунь мне посоветовала моя мама. Сама бы я никогда такой не взяла. Она мне посоветовала его весной. Сказала, что он прям лечит ее волосы, но в то, что он, конечно, их лечит, в это я не верю. Я считаю, что шампунь только может лишь очищать волосы и слегка увлажнять, но не питать, не лечить. Я попробовала по весне, вы знаете, мне так понравилось. Действительно, когда наносишь на волосы, волосы прям такие мягкие становятся, приятные волосы. Вот прям вот именно вот, не как солома там, да, бывают такие, а вот мягкие волосы. Я его даже брала на море. И вот я, пока мы были на море 2 недели, я вот весь вот этот израсходовала полностью. И я как раз вот была им на море очень довольна, потому что там соленая вода, солнце вот это палящее, и вот он идеально справлялся. Когда приходишь с моря, вот у тебя вот такое на голове, все в соли, все в каком-то выжженном этом от солнца. Шапки я не ношу, как правило, на море. Чего-то там пытаюсь прикрыть, но так. Вот, и он прям вот удачно сработал, именно мне послужил службу на море. И поэтому сейчас я решила повторить покупку. Пахнет он какой-то травкой, муравкой. Ну вот репейный шампунь, наверное, и пахнет репейником. Также мне нужен был дезодорант. Я хожу 3 раза в неделю на спорт, и вот в сумку мне нужен спортивный дезодорант был, и вот мне понравился вот такой Рексона, ярко и цветочно написано, посмотрите, какой красивый, я такой первый раз вижу.
Мне прям понравился, он такой летний. И вы знаете, у него такой вкусный вот запах. Прям вот очень мне понравился. Вот если увидите, попробуйте. И вот сама даже упаковка, она прям радует глаз. Кстати говоря, в этот понедельник я сходила на занятия спортом, а потом мне сказали, что мне в ближайшие 2 недели нельзя заниматься ни спортом, ни ходить в сауны и в солярии, потому что вот после этих уколов красоты. И теперь получается все. Вот я как в понедельник сходила, и больше я не хожу. И, наверное, на следующий день недели не буду. Очень жаль, конечно, это. Но что делать? Меня так запугали, что у меня там все не туда встанет, куда надо. И, в общем, потом проблем не оберешься. Ну, придется пожертвовать. Я думаю, не сильно я там что-то упущу за 2 недели. Ну, что делать? И последнее, что я купила, мне вот как раз-таки на занятия спортом нужны были резинки для волос. Дома я не хожу с резинками для волос. Иногда на улицу очень редко завязываю хвост, но так как сейчас волосы достаточно короткие, то тоже нет. Вот когда у меня были совсем длинные волосы такие, я бывала себе такую косу заплетала, колосок, было красиво, и хвост могла высокий сделать, было красиво. А так вот, как бы с такой длиной мне не очень нравится. Вот, но когда хожу на занятия, естественно, когда делаю какие-то упражнения, я закалываю волосы. И вот купила, значит, для этих целей я резинки. Одна вот такая вот черненькая. И у нее вот, посмотрите, вот такая ласточка, птичка. По-моему, очень миленькая. Она такая железная, она не пластмассовая. И другой набор. В наборе 2 резинки. Вот такие вот просто с золотинками. Они вот так вот все перебираются, как браслетик. В наборе 2. И доченьке своей я купила аналогичную, как вот себе с птичкой, а ей вот с таким миленьким Мишей. По-моему, он вообще такой миленький, такой хорошенький. Дочке я постоянно покупаю резинки. Если вижу что-то симпатичное, я прям всегда беру. Вот, ну это все о моих покупочках. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь. Увидимся.